Привет всем! Хочу сделать сегодня очередной обзор опасной бритвы. Опасная бритва узкая. Стиль завод стальных изделий 58 года выпуска. ГОСТ 54 года выпуска. Приобрел я эту бритву в коллекцию и, естественно, я ее испытал. В хорошем состоянии бритва, вот клеймо, не очень может и видно хорошо, 58 год, вот такая бритва, значит, досталась мне от деда ветерана, дед уже походу покойный, и внучка продает его бритву. Вот. Стиль узкая. Что же это за бритва? Много ее в интернете продают, много говорят, что она не очень или там не такая, как другие стизы, там может быть. Мое мнение на этот счет такое. Значит, мы ее замерили штангелем 15 миллиметров, значит, ширина лезвия, поэтому, наверное, и узкая. Вот. Хотя обычные стезы 17, вот 16, от 16 это, я бы не сказал, что она там особо отличается. В бритье отличная. Отличное бритье, отличная сталь. Хорошо зарывается, а волос бреет в один проход. То есть я получил громадное удовольствие. Опять же повторюсь, наверное, потому что высокоуглеродистая сталь. Сталинская сталюка. Вот. Я думаю, что дед-ветеран был бы доволен, что я дал вторую жизнь его бритве. Вот. Пришлось, конечно, поточить, выправить на ремне, что мы и с удовольствием сделали. Вот. Такая вот красавица. Узкая, 58 год. Всем любителям опасного бритья рекомендую. Бритва супер. Всех благ, пока.